членами Стэмери сегодня проводим разбор на Stray Kids District 9. Разбираем полностью весь припев в две части. Итак, начинаем мы с 7И, 8И. На 7И мы приподнимаемся на носочках, держим себя за руки, держим на базе. 7, карабасовый корпус И, 8И. Заводим корпус в сторону, то есть если выносим больше в левую сторону, и руки замахиваются в положение бегущее. Да. Отсюда мы стартуем прыжком. Ребята распрыгиваются в разные стороны. Часть отходит вправо, часть влево. Если вы будете отходить вправо, то вам нужно оттолкнуться от пола правой ногой, сделать разворот, перейти на две ноги и коснуться левой рукой пола, либо потянуться к нему. Не обязательно касаться, они не все это делают. Либо, если вы пришли в это положение, и вам нужно выйти в левую сторону, вы переносите вес на левую ногу, правую заводите за себя, разворачиваете с корпусом в потолок, перебрасываете левую ногу на правую, дальше приходите на две ноги, касаясь рукой пола. Итак, 7 и 8 и. Раз, два, либо второй вариант. 7 и 8 и. Раз, два. Коснулись пола на звук ЭО. На этот звук мы бьем ногтями в стороны и руки уводим за себя. И встаем этим движением по два. Ноги подтягиваются к себе. Дальше сразу у нас идет бег на левую ногу. Пам. Правая рука, согнутый кулак, над собой летит, голова тоже поднимается наверх. Подача корпуса вперед. То есть мы не вверх бежим, а мы бежим вперед. То есть активно подавайте корпус как можно сильнее вперед. Раз. Дальше. Два. Нога выбрасывается вперед, меняя руку, голова будет чуть опущена. На три. Нога пошла назад. Это рука в голове. Три. На четыре мы рукой раскрываем ее через мах в сторону, и через верх она уходит вниз туда. Левая закрывает ее. Либо раскрытой ладонью, либо в кулак собранный можно держаться. Пам. То есть и та 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 бит. Еще раз повторяется ЭО, и мы делаем то же самое. Папа. То есть собираем ноги вместе, руки за себя. Дальше идет небольшое перемещение, ребят. Руки вот в такое положение. То есть левая перед собой, правая у головы. И когда мы делаем перемещение слайдом, либо в одну сторону, либо в другую, в зависимости от перехода, у нас локти раскрываются и закрываются. Грудная клетка тоже много работает. Папа. Сделали перемещение. И на последний счет. И наступаем на левую ногу. Рука сбрасывается вниз для того, чтобы вывестись назад. Правая рука, пам-пам, была здесь. Она уходит вниз для того, чтобы раскрыться сюда. Движение очень быстрое. Пам. То есть практически вот здесь нет акцента на него. Оно вот сюда уходит. Акцент сюда. Здесь ладонь может быть раскрыта, могут быть обе в кулаках, могут быть сразу указательные пальцы. И если вы заметили, мы шагнули на левую и перенесли его назад, на правую ногу, согнутую в колени. Дальше отсюда руки. Пам. Указательные пальцы бьем по диагонали правой рукой, левая пошла к правому плечу. Палец проворачивается в крест, руки держим к кресту. Левую фиксируем, правая расходится и заходит изнутри сюда. Дальше руки раскрываем в стороны и соединяем вниз. Либо вот в таком положении, либо вот в таком, либо бьем, короче, кулаком в ладони, вот сюда. В этот момент ноги, вес был на правой, здесь. Когда мы бьем пальцем, у нас начинает вес переноситься вперед на левую. Дальше в момент этого вращения мы подтягиваем правую ногу, сгибаем ее в колени, вторая наша нога тоже мягкая, это выглядит ближе к зрителю. И были здесь, там. Там, в проворот нога поднялась, как и уже говорилось. В этом же положении мы делаем так, да, нога все еще в воздухе висит. И раскрываемся, поворачиваемся на зрителя. Нога все еще висит в воздухе, когда руки раскрылись здесь. И уводим правую ногу назад. Пам. В тот момент, когда у вас руки собираются внизу. Пам. Нога шагнула назад. После этого правая рука заводится за спину, как не касание.
Также через низ начинаем себя разворачивать. Пар и уходим на левое колено, разворачиваемся спиной к зрителю. Нам помогает немножко левая рука, мы были здесь, пам, сделали вот это касание. И в момент разворота эта рука уходит вниз, чтобы помочь нам зафиксироваться на полу. На один счет, дальше мы встаем, отходим назад, разворачиваемся на исходное положение снова к зрителю. И делаем на последние биты пам, то есть удар. Правая рука у нас в кулаке, удар локтя в сторону, и нога левая бьет в пятку. Отставили ногу назад, мыслим на ноги, на ширине плеч. И правым плечом делаем два кружочка, пам-пам. Можете делать сразу по очереди двумя, но второе плечо не так заметно, там-там. Акцент больше идет на первое. Собираем медленно все, что мы сделали. 7 и 8 и прыжок. Раз, прыгнули, допустим, 2, ЭО. Та-та-та-та-та-та. Бит вниз, ЭО. Перемещение и раз, два, три и 4, 5. 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5. 5, 6, 7, 8. После этого у нас на раз медленно опускается голова влево. Раз, на два сбрасываем руки вперед, отталкиваемся правой ногой, поворачиваемся в другую диагональ. То есть раз, два. На три, когда мы повернулись, руки идут сюда в крест. Мы их раскрываем в стороны, но не выпрямляем, а руки все равно согнуты. Три и поднимаем наверх, или четыре, четким акцентом. Пау. Голова и руки. Смотрите, чтобы они у вас уровень не роняли. Пау. Вернули их на исходное. Угу. Потом быстро на счет раз нужно поменять ноги, тогда местами. И руки складываются вниз, на бедро, либо на колено, на раз. На два мы начинаем давать подачу корпусу, будто мы начали отсюда бежать вперед, побежали. Руки у нас тоже в положении, как будто мы сейчас будем бежать, и движение с затяжкой. То есть мы тянем, тянем, тянем корпус. На три и, на три и начинаем делать снизу волну и фиксируем жестко руки. Волна идет у тех ребят, которые сидят в плену, она идет просто снизу, у центрового она идет с ноги. То есть мы делаем бит пам-пам, колено та-та, и это движение заводит нам волну. То есть побежали, три и четыре. На пять, от правого плеча мы делаем мах рукой, да, запускаем движение рукой сюда, жух. И левая рука останавливает ее. И нам нужно повернуться диагональю. Пам, из плеча, рука у нас ушла вперед, левая ее накрыла, и мы стоим просто ровно на, опять, на широких ногах примерно, на ширине плеч, может быть, чуть-чуть шире, в диагонали. Рука, лежит на руке, смотрим в диагонали вниз, либо прямо, но не вверх, а больше вниз. Угу. Дальше здесь начинаем считать, как только мы пришли в это положение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, на семь. Тянемся вверх. Ножки у нас распрыгиваются в стороны, 7, подальше сюда, и на 8, фиксируем, вес у нас равномерный на двух ногах, корпус развернут, взгляд нижней диагональ, и руки к себе, одна левая возле себя, правая здесь. И как только мы сюда пришли, 8, голова работает, только голова, через верх в диагональ и одним движением обратно. То есть у нас рисунок дуга, линия. Отсюда с этого положения дуга, линия. Угу. На слово со мы делаем слайд. И дальше уже переходим ко второй части, district 9. На слово district центровой делаем легкое движение головой. District. И на 9 начинается вторая часть. Соединяем еще разочек медленно все движения первой части. 5, 6, 7 и 8 и раз, два, ЭО, та, 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 та.
та, 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 вниз, плечо, мах, вниз опустились, пошел переход, развернулись, бит, плечо, плечо, голова, оттолкнулись, поменяли диагональ, три и четыре, раз, два, три и четыре, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, со, дистрикт, найн. Начинаем вторую часть. Соберем всю первую часть. Метод на ход, скорость 80%. Дальше вот так. И две руки идут сюда, вниз, корпус наклонен, колени чуть-чуть.
дальше нам нужно раскрыть руки. Кто-то из ребят вот так делает, кто-то с ослабленными пальцами, кто-то даже вот так умудряется сделать. Но лучше их вес собирать, колени нужно раскрыть. И пам! На это движение дальше набить. Мы бьем локтями к себе, колени опять будут заводиться вовнутрь, отсюда, пум, и набрасываться сверху корпус. На следующий бит вес переносится на левую ногу, и от этих рук эта рука будет скрываться, а это будет как будто бить себя к сердцу, бить. После этого бежим на левую ногу, пам, правая рука у лица. Бежим на правую ногу, но бежим не вперед, а на месте. То есть у нас одна нога ускользает назад, вторая наступает на ее же место. Раз, два, на три подставляем руку. То есть у нас получалось правая, левая, крест. Угу. Еще раз очень соединим отсюда. Выросли. Восемь. На раз уже руки. И раз. Бит. Бит. Выводятся вперед, где мы ловим левой рукой правый кулак. Собираем вместе. Отсюда, с этого движения, мы делаем выпад на правую сторону, на правую ногу. Локоть выводим в сторону, и он через верх волной уходит сюда. Тоже на бит. То есть здесь был бит и бит. То есть это движение заводится под кулака, локоть поднимается вверх, после этой ножички. Мы ловим здесь руку, вес у нас на правой ноге. Дальше мы меняем плечо, меняем вес на левое колено. И уводим руки в левую диагональ вниз, снова вес уводится в правой ноге. Дальше у нас опять идет переход в слайд. И на И8 мы уходим вот в такое положение. Опять же, ноги у нас, колени смотрят прямо, мы сидим в не очень глубоком плеве, кисти опущены вниз. Угу. Еще раз весь этот кусок. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, рука, восемь. И раз, два, бит, бег. Вверх, крест, шаг, волна, бум, собрали. Волна была там, перенесли, перенесли, слайд, семь, восемь. Да, там, там, раскрыли руки, приготовились. Начинается следующая часть. Руки у нас заняты, голова три раза будет бить в левую сторону. Ноги работают следующим образом. Правая поднимает пятку вовнутрь. Работаем на носочке. Левая работает на пятке, поднимает в сторону носок. То есть пятка-носок. Три раза делаем это движение, и одновременно с этим перемещается голова. Раз, два, три. На три у нас уже, мы его не оставляем в воздухе движения, мы уже ставим полностью ноги на пол на три. И дальше левая рука делает к себе и в сторону раскрывает ладонь. Вторая рука также к себе, только через петлю раскрывается сюда, и левая через петлю уводится к плечу, и мы это плечо заводим назад немного. После этого мы бьем плечом вперед, пам, подтягивая к себе левое колено. Правая рука уже внизу, вот в таком положении. И дальше сначала бьем ноги. Движение будет следующее. Мы проскальзываем, пропрыгиваем вперед на правое, оставляем левую назад. Правая поднимается, на левой вперед. После третьего прыжка на правую ногу, руки у нас через петлю.
Еще раз этот фрагмент отсюда. Раз, два, три и четыре и пять и шесть и семь и восемь и раз. Как только мы на раз сели, мы начинаем дальше идти назад мелкими шажочками. То есть у нас левая нога. Раз, правая, два, три, четыре, пять, шесть. Нам нужно раскрутиться на две ножки. В это время работают плечи. На раз мы положили руки на чуть выше колена, бедра. И плечи работают правая, левая. В момент каждого шажочка. Раз, два, три, четыре, пять. Раз раскрылись на две ножки. И у нас дальше идет бит вовнутрь грудью. Пам-пам, два раза. При этом руки у нас находятся вот в таком положении. И мы бьем локтями вверх. То есть пам-пам. Два раза. Вы никуда хотите? Пам-пам. Ладно, помочь. Так-так. После этого ноги у нас левая подтягивается к себе. Руки сбрасываются назад. Корпус чуть выведет вперед. Мягкие колени. Пам. Дальше. Йоги будет здесь. Фраза. На йоге мы показываем пистолет двумя пальцами. Да, вот он. Йоги. Ури. На ури мы подходим к голове. Ури. Только не сюда, а вот сюда. Ури. И дальше как идет переход, и они делают дистрикт. Наверх руки поднимают и на най. Знак стрейкиц. Это две козы. Делаем две козы. Одна коза смотрит сюда, а вторая коза входит вот так в первую козу. Вот это движение они делают. Дистрикт най. И дальше они собирают руки вместе и начинают немножко покачиваться в этом движении. Собираем всю вторую часть вот отсюда, медленно. И раз, два, три, вниз, вниз, плечо. Раз, и два, и три, и вверх, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, биты. Встали. Ури, йоги, ури, дис, раскрыли руки, три, подняли и две козы на и немножко покачиваемся. Собираем подсчет медленно всю вторую часть. Приготовились. И дис, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, бить сюда, бег. Раз, бег, два, бег, три. Подставили ногу, руки поймали. Бить сюда, еще сюда, бить, слайд. И готовимся и пам. И на раз. Раз. Два. Три. Точка. Точка. Замах. Раз. И. Два. И. Три. И. Та. Та. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Раскрылись. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Дис. Три.